Всем привет! Сегодня ко мне пришел крупномер. Сейчас будем распаковывать и смотреть, что внутри. А внутри у нас апельсин сорта Каракара. Это сорт апельсина с розовой мякотью. Плюс сорта состоит в том, что для пигментации не нужны перепады температуры. Вот эти апельсины, в принципе, у нас продаются иногда в магазинах. Вот, и я захотел такой иметь у себя в коллекции. Также я приобрел себе для улицы самоплодные киви сорта Дженни. Буду на зиму его укрывать и посмотрю, как он будет расти и будет ли плодоносить. Потери листа практически нету, то есть нормально доехал. Сейчас пойдет в душ и под обработку. Потом я отвезу на дачу и буду растить там. Растение, видимо, было мощное, что его обрезали так высокое. Ну, где-то мне по грудь. Листвы, в принципе, достаточно. Прививка, ну, как обычно, кривая эта прививка итальянская. Ну, это мелочи. Да. Саженец отличный, цена отличная. Буду растить. Все, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.